Здравствуйте, товарищи. Я опять в нашем ленточном бару. И сразу посмотрите, посмотрите. Вот он, дорога. Вот он, станок. Белый грибочек. Вот его братец стоит. Вот. А вот его младший братец стоит. И еще один вот такой вот замечательный, и тут совсем молоденький белый. Меня очень обнадеживает то, что я так быстро нашел белый гриб. Это говорит о том, что действительно его в лесу достаточно. Уж не знаю, как я, сколько я его насобираю, но думаю, что насобираю. Вот, кроме этого, вот посмотрите, вот поляна, поляна, мы их называем грузди, хотя это на самом деле это, будем говорить честно, не грузди, это подгрустки. По вкусовым качествам они, конечно, уступают настоящим мокрым груздям. Я их тоже люблю в соленом виде, ну, как бы, собираю редко, специально их не ищу, только в том случае, если они мне попутно попадаются. Вот он, красавец. Достали его. Посмотрите, какой чудесный. Абсолютно чистый гриб. Прекрасный, прекрасный представитель. Замечательный. И еще один тоже молоденький. Отправляем его в корзинку. Посмотрите, как хорошее, отличное начало. Удивительно, конечно. Это, я считаю, что это результат продолжительных дождей и теплой погоды, которая благоприятствовала. Все это совпало. И грибница проснулась. Грибница проснулась, и гриб пошел. Вот видите, как сосны падают. Это достаточно опасно, не очень приятно, когда рядом с тобой падает большое дерево, особенно в ветреную погоду. Не слышно, как оно начинает падение. В общем, в лесу надо быть достаточно осторожным. Ой-ой-ой, сколько брусники. Кругом, 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 кругом брусника. Просится она. Возьмите меня в корзинку. Я тебя собирать не стану. У меня очень много уже брусники заготовлено. Соответственно, лишнего не надо. Решил спрятаться в брусничнике. У него ничего не вышло, и я его заметил. Вот. Срезаем, любуемся. Где-то его товарищ. На глаза мне попался. Ага, вижу. Так. Так. Вот он как. Ножка со шляпкой срослась, и он решил всем кланяться здесь в лесу. Отлично, забрали. Все усыпано брусникой.
Давайте здесь их сфотографируем. Смотрите, смотрите, какая красотища. Ой. Можно с собой обеды не носить в лес. Лес прокормит. Да. Нынче белым. Нынче белым никого не удивишь. Вот очередные два. Ну, посмотрите, какие. Вот они. Отличные. Отличные экземпляры. Вот один. И меня бабушка учила примечать их. Давайте посмотрим. Ах, какой. Вот. Душа радуется, куча положительных эмоций. Вот и я рад, что я не один, что я с вами. Могу с вами поделиться этой радостью. Вот так. Отломил я его. Там еще часть ножки осталась. Сколько же здесь брусники. И не перестаю я удивляться. Ай-яй-яй, какой красивый. Ну вот. Еще один стоит, ждет меня. Так. Вот какая прелесть, как все здорово, приятно. Приятно собирать грибочки. И такие экземпляры попадаются. Вот моя рука. Для примера. Большой. Совсем малыш, но тоже белый. Хороший, хорошенький. А где же твои соседи-то? Что ж ты такой одинокий-то растешь? Ну-ка, давайте, давай ты нас с ними познакомишь. Шадник, смотрите. А вон он, вон он, вон он стоит. Ну, не такой уж и сосед, но тоже беленький. Ах, красота какая. Вот так. Вот это я называю классическим местом для белых грибов. Теперь подтверждение моих слов. Смотрите. Вот они. Там вдали, видите, тоже двоих. Прелесть, прелесть.
Вот этот один на пригорочке растет. Вот такая радость, грибная радость. Мягкий, как перина, мох. И из него такие прекрасные грибы. Вот видите, вот эти бугры, у нас они называются увалами. Ходишь, лес чистый относительно. И у белого гриба такая особенность, его далеко видно. И вот стоит. Вот. Экземпляр отличный. Вижу издалека еще, наверное, на камеру не видно. Стоит такой огромный белый. И несмотря на свой размер, по-моему, он вполне, съедобный. Посмотрите. Забираем. Сколько здесь этих подгрузков? Вот они прям. Вот это вполне еще относительно свежие, но мы не будем их брать. Вот он. Смотрите. Вот какой. Возьмем потом, разрежу, посмотрю, может быть. Шляпку можно посушить. Вон еще один стоит. Сейчас подойдем к велосипеду. Ух ты! Ух ты какой! Ой, какой красивый! Так. Здесь нечего даже сушить. Переросший. В сторону его. Вот этого я уже обрезал. И вот этот, посмотрите, я вот рукой чувствую, он крепенький, не дряблый. Шляпка у него тоже прекрасная. Немножко обрезаем, чистим. И ножку я отрежу только из-за того, что для того, чтобы компактнее лежал в корзинке. Грибы лежали. Маховой. Маховой беленький. Рядом с валежником. Вот такой смугляш такой. Полюбуйтесь на него. Я в своем родном лесу. Он меня вознаграждает сегодня вот такими чудесными грибами. И свои любимые маслята я периодически нахожу. В общем, все. О, посмотрите, посмотрите, что делается. Вот они, эти подгрузки. А вот они прямо. Посмотрите, какая семейка. Там дальше целая поросль. Ну, сегодня мы приехали не за ними. Вот увидел я, проезжая с дороги, интересную картину. Вон он, видите, стоит какой. Конечно, я думаю, что
съедобность он свою уже утратил, но сам размер впечатляет. Ух ты! Вот это ты вымахал. Вот это ты. Видите, рука моя. И гриб. Ну где же твои соседи? Где же они? Не вижу ни одного. Вот там овшаник. Обязательно дойдем, раз уж. Снова брусничник. Брусники много. Вот. Вот. Ах, какой. Вот, не зря свернули. Какая ножка-то оказалась солидная. Здорово. Вот, иду я по дороге и вижу лопухи. Сначала, ну, это все валуи, переростки. Вот там вдали тоже куча. Думал, что все это. А оказывается, вот это совсем не валуи. Елки-палки, ну как же так? Ну, дорога же, дорога. Ну, как ты? Ну, как тебя? Как мы тебя, мы, грибники, не заметили? Вот опять, видите? В этом лесу очень много брусничника. Видите, как блестит, блестят на солнце листья? Именно в этих местах я собирал бруснику. Ух ты! Вот какой бочоночек. Пузан. Мы проходим мимо груздей. Ищем беленьких. Ищем, ищем. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какая шляпка. Успели мы или не успели? Но мне кажется, что шляпка может быть использована еще в деле. Заберу, посмотрю возле корзинки. Здорово, здорово. Конец августа на дворе. И скоро. Совсем скоро, через недельку, через полторы, уже можно искать опять целенаправленно. Ой, какой ты хороший, ух ты. Великолепно, великолепно. Грибы находятся, корзинка уже у меня почти полная. Уже надо задумываться. Дороги домой. Все прекрасно. Я решил закончить, товарищи. Время полдень. Получилась отличная прогулка. Можно заканчивать. Ну, не хочется из леса уходить. Прям держит. Так здесь спокойно, уютно, радостно. Для меня результат более чем хорош. Я несказанно доволен. Очередная грибалка удалась. Очень много грибов. Это отрадно, это радует. Я поздравляю всех грибников с таким хорошим сезоном. Начинался он не очень. Стояла засуха, было очень мало дождей, потом все постепенно нормализовалось. Теперь, я думаю, один выезд еще будет за опятами. И, наверное, с грибами грибной сезон закроем.
Всего доброго, за внимание, за ваше спасибо. И до новых встреч. До свидания.